Хотя, ну что, я если уже здесь делаю, почему бы не снять? Снимаю блок управления. Также вот отщелкнул. Снимаю разъем. Заодно почищу и смажу его нанопротеком. Откручиваю сбоку два четырехгранника, то есть два шестигранника на четыре. Здесь коротенькую биту возьму. И сдергиваю аккуратненько. Вытаскиваю клапан. Не, все-таки хорошо, что снял клапан. Грязи в нем мало, но она и немножко там присутствует, поэтому его тоже промою. Так вот канал весь чистый. Сниму, наверное, сеточку, чтобы ее нормально вычистить. Торкс T10.
направляющие штифты и сетка. Немножко забито, конечно. Давление на всю не включая, иначе ее можно будет порвать. Вот и все. Ставлю на место. Сетка чистая. Сейчас посмотрю в ремкомплекте, если кольца идут, заменю эти кольца. Новый ремкомплект LR008955. Так, получается, у нас новая прокладка идет на управление, новые колечки у нас идут на поршень, на насос, да, на насос есть, это, видать, на крышку, и болты новые, и новое колечко на клапан. Но почему-то колечко только нижнее. Вот этих колечек в комплекте нету. Меняю вот это колечко. Ставлю новое. И также меняю на носу всего оба колечка. Ставлю новое кольцо. Ставлю второе кольцо.
Ну и все, можно устанавливать. Старую прокладочку снял, ставлю новую. И ставлю на место сразу в разъем, но разъем я смажу нанопротеком. Разъем. И вставляю клапан. Идем устанавливаем. Пока здесь удобно, эти разъемы тоже смажу. Здесь помыл, продул, почистил. Площадку тоже почистил. Манжеты помазал маслом. И завожу клапан. Подтягиваю. Но опять же, не сильно, чтобы не порвать. А вот теперь собираем здесь. Ставлю на место насос. Резинки смазал маслом. Равномерно с двух сторон подтягиваем, без перекоса резинка, чтобы аккуратно встала. Потихонечку от руки он заходит нормально. Вот когда он по всей плоскости прилег, теперь можем его маленько подтянуть. Все, ставим. Теперь фильтр.
Фильтр оригинальный LR03-2298. В комплекте идет фильтр, крышка. Вставляем его на место. Смазываем резиночку силиконом и закрываем. Так, здесь. Такого болта наживил. И крышечку закрыл. Поджимаем маленько. Все, фильтр стоит. Закрываю оба разъема. Раз, два. Ну и ставлю на место фланец. Фланец смажу внутри лактайдом, наверное, чтобы он по шлицам тоже даже не вздумал бежать.